Это циклоп! Циклоп, ребятки, самурайский циклоп, вы когда-нибудь такое видели? Добро пожаловать в ТАП с режим кастомизации юнитов. Я 9 юнитов создал, и сейчас мы 10-го создадим вместе с вами, стрелкового, ребятки. Идем сюда, выбираем оружие, давайте. Пускаемся вниз, тут очень много оружия, это очень радует, ребятки. Посмотрите, какое изобилие орудий. Я думаю, мы с вами еще тут потестим это все дело. Я пока что не все брал. Я уже придумал, что мы сейчас с вами возьмем. Я хочу миниган взять. Он где-то здесь был. Вот он, миниган. Давайте в две руки. О, боже мой! Мы все можем два минигана взять. О, это что такое? Что за машина, ребятки? Хотя давайте возьмем, пускай будет два минигана. Мне кажется, это будет очень круто. Также давайте какие-нибудь перки понавешаем на него. Я даже не знаю, какие, пока что плохо разбираюсь. Давайте возьмем раз, давайте сразу три перка на него накинем. Раз, два и три. Все, отлично, идем дальше. А, вон оно как. Нет, тогда этот перк мы уберем и какой-нибудь другой возьмем перк. Вот так вот, пускай будет. Идем дальше. Здесь мы его наряжаем. Наряжаем. Какую-нибудь маску надо. Нет. Оф, шляпа. Нет, немножко не очень, немножко не очень. Ведро, пускай он будет с ведром. Довольно-таки забавно. Так, корпус. О, серенький, давайте вот так сделаем. На руки что-нибудь можно надеть. Также на ноги давайте что-нибудь оденем. Довольно-таки забавно, своеобразный у нас юнит, очень странный. Никакого стиля, стиля просто ноль. Так, здесь количество жизни, пускай у него будет 2000. Это единственное, сам у него будет больше всего жизни, потому что у него ведро на голове. Так, это рост его. Давайте, кстати, рост его. Пускай он будет 1.5 метра роста. Да, с миниганами, я думаю, это прям идеально подает ему. Так, а вот это что такое у нас? Это, по-моему, сколько он весит, насколько он тяжелый. Это скорость ходьбы, давайте троечку. Скорость атаки, давайте, ну, пускай будет тысяча, много, наверное. И дамаг, дамаг пускай будет 80, вот так вот. Идем сюда, сохраняем нашего... Пулемета пускай не будет видно. Сохраняем. А, имя у него будет 0.10. Сохраняем. Так, вот мы все юниты. 10 юнитов я уже создал. Сейчас будем тестить. Жмем плюсик. Тыкву переносим наверх. Вот, отлично. Это можно спустить вниз. Вот они, мои красавчики, ребятки. Сейчас будем за них играть. Это довольно-таки забавно. У каждого огнестрел. Потом, возможно, мы проверим, кто из них круче. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Я думаю, будет очень интересно. Всем приятного просмотра. Этот самый большой с миниганами. Начинаем. Давайте потестим наших новых юнитов против 10 мечников, ребят. Как они справятся? Кто самый лучший? Ну-ка. Бу-бу-бу-бу. Это было круто и легко. Следующий юнит такая вот девушка с калашами. Причем, видите, калаши разные, разные модели. Ну что ж, посмотрим, справится она или нет. Боже мой! Вы это видели? Нифига себе отдача. Так, ну-ка. Сейчас будет интересно. Перезарядка, видимо, у нее. О, как стреляет, слушай. Офигенно здорово стреляет. Но долго перезарядка. Должно быть больше патронов. Офигенно. Куда она ускоряется? Нифига себе она бегает. Ё-моё, еще живой один. Я думаю, сейчас она расправится с ним. Да, ребят. От винта. Следующий юнит вот с такими вот автоматиками, ребятки. Сейчас мы посмотрим, насколько они хороши. Ё-моё, нифига себе, она быстрая. Ху-ху-ху. Да, легко, ребята, не справляются. Следующий юнит с револьверами, ребятки. Давайте посмотрим. Пу-пу-пу-пу-пу. Нифига себе, он стреляет. Перезарядка. Вы посмотрите на него. Вы посмотрите на этого ковбоя. Пу-пу. Пу, мощные патроны. Пу. Бадабум. Отлично, ребятки. Следующий юнит, ребятки, вот такая вот винтовочка. Слушай, а мне нравится огнестрел, прикольно. Нужно сделать отдельный обзор обязательно. Он в летучую мышь превратился. Это способность его. Это современный, ребятки. Это современный князь Дракула. Превращается и сверху стреляет, палит. Вы видите? Вы смотрите, что он делает? Тра-та-та-та-та-та-та. Тру-ту-ту-ту-ту. О-во-во-во-во. Это было очень эпично, ребят.
Следующий юнит Сайгой, я так полагаю, да? Это дробовик такой очень быстрый. О, сейчас что-то будет, ну-ка. Сайга хорошая. О, он молнией ударил, боже мой. Он даже из Сайги еще не стрельнул. Вот она Сайга, ребятки. Сайга реально прикольная. Офигенная Сайга. Мы идем дальше. Мы обязательно потом посмотрим, кто из них сильнее. Они потом друг с другом поиграют. О, боже мой, отдача, большая отдача. О, он не справляется. С крысами не справляется. Давай, вставай. Боже мой, даже в нас попал, кажется. Ну-ка, смотрите, в замедленном. Что сейчас будет? Ну, давай, стреляй. Странно, что-то не стреляет он. Вот, нацеливается, кажется, да? Да, я сделал это. Просто красавчик. Следующий воин с арбалетом. Подожди, он что-то боит, побаивается. Нифига себе. Он довольно-таки меткий, смотрите. Вы посмотрите, какой он меткий. Где он? Болт летит, вот он, болт. Промазал. Идти следующий болт, вон он. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Промазал, давайте. Ребята, вы должны дойти. В гол... Прямо в голову, ё-моё. Еще минус один. Еще минус один. Давайте, ребята. О, нет-нет-нет-нет-нет. Промазал. 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 Он стал мазать, ребят, стал мазать. Попал. Пью. Прям рядом пролетает. Пу-у-у. Он там застрянет сейчас. Нет, нет, нет. Мажет. Высоко. Высоко берет. Он высоко берет. У него есть шанс. Все, там тупик уже. О, рядом, это было рядом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, кажется, конец ему. Промазал. Мимо. Нет, все, убил. Следующий юнит, ребятки, вот с такой вот мини-миниатюрной пушечкой. Ну-ка, посмотрим. Ё-моё. Не очень она сильная. Ну, стреляй. Ой, ну она какая-то слабая. Он редко стреляет. Кажется, он сейчас проиграет. Да, это первый юнит, который проиграет. Первый юнит проиграл. И наш Джаггернаут, ребятки. Посмотрите, как легко он поднимает этот пулемет. Вот сейчас точно будет жесть, смотрим. Ё-моё. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что происходит? Какой-то железный человек. Ну, стреляй уже. Не может встать. Ну, неудобно. Он куда-то вверх стреляет. Ой-ой-ой-ой-ой, что творится? Что происходит, ребята? Ну-ка, давай вставай. Смотри, как отходит. Твою ж... Фига себе, отдача жесткая. Он не может справиться, неправильно держит пулеметы. Решил напасть. О, он просто пнул его, ребятки. Просто это Спарта. А теперь самое интересное, ребятки, все наши воины, все наши крутые воины, замечательные, против целой армии. Тут у нас и мечники, и есть гитаристы, или кто это не, нет, не гитара, я не знаю, как называется. В общем, ребята, которые играют музыку, будут подбадривать, также лучники. Вон стоит король, сзади у нас катапульта, также у него хорошая охрана и свои лекари. Ну что ж, посмотрим, победят они или нет, давайте вот так сделаем ракурс и наблюдаем. Ё-моё! Битва Марвелов каких-то. Вы смотрите, что творится. Боже мой. Боже, боже, боже мой. Быстро они справились. Слушай, наверное, им надо каких-нибудь гигантов поставить. Посмотрим теперь на это, ребятки. Один вот главный гигант. Он, кстати, может замораживать их. Он сейчас очень сильный. Потом один у нас вот такой вот самурайский. И также есть
Два друида. Посмотрим, на что они способны. Ё-моё. Да ну нафиг, они уже... Они... Это было максимально быстро. Надо больше гигантов. А как насчет этого, ребятки? 50 самурайских гигантов против вот этой вот непобедимой десятки. Смотрим. Вот давайте я вам покажу. Вот все по-честному. 50 против 10. Они парируют и отбиваются. Не, они точно проиграют. Ё-моё. Да что происходит, мать его? Ну-ка. Они еще живы, ребята. Они парируют... Ой. Капец какой-то. Они парируют все патроны. Нет, это конец. Ребят, ну смотрите, они сколько положили, сколько гигантов они уничтожили, вот эти мои войны. Больше половины гигантов пало. Наших трое осталось, ребятки. Трое всего лишь. И они все идут на одного. Это циклоп! Циклоп, ребятки, самурайский циклоп. Вы когда-нибудь такое видели? Ё-моё. Минус циклоп. Они не могут дойти. Сзади стреляют. Он упал, вот этот упал, споткнулся об этого гиганта и поэтому не может стрелять. Попал. Но он мощный. Нет, посмотрите, 50 гигантов было, их почти не осталось. Вы представляете, насколько они мощные, сильные? Этот сзади с арбалета стреляет, ну, а толку нету. Он отражает. Ю. Ну и кажется, ему хана, ребят. Еще минус один. Сколько осталось? Их всего лишь-то 5 осталось. 4. Он куда-то за деревом спрятался. А вон идет все еще. Еще минус один. Он сейчас всех добьет. 2 осталось. Офигеть. И нырнул куда-то. Какого черта? А кто живой-то? А, это этот плачет, он плачет, он боится, ребят. Он спрятался, пожалуйста. Хоть бы они меня не нашли. Хоть бы не нашли меня. Нашли. На что они скажут насчет этого? 50 ледяных гигантов, ребятки, посмотрите. Посмотрите, какая большая армия, ё-моё. Против всего лишь 10 вот этих воинов. Ну что ж, наблюдаем и смотрим, что сейчас будет происходить. О, сейчас все заледенеют. Холодно тут, однако. Пу-пу-пу. Смотри, как они подлетают. Офигеть. Они заморозили, да? Они джаггернаута... Нет, почти заморозили джаггернаута, но он еще живой. Вот этот тоже еще живой, с крисами. Мне вот этот нравится, с базуками. Он реально крутой. Смотри, они же подпрыгивают все. Воу, посмотрите, как он подпрыгивает. Ёлки-палки. Ой-ой-ой-ой, холод пошел, холод пошел. Ничего не видно. Что-то явно происходит. Он еще живой. Он заморожен, но еще, все еще живой. Минус! Да ну нафиг, ребятки, этот базучик погиб. Им сейчас будет сложнее. Так, ну у них еще есть этот пулеметчик, джаггернаут. Девушка с автоматами. Ребят, наших всего лишь трое осталось. Я боюсь, что он может наших повредить. Вот этот джаггернаут, он просто по всем стреляет. Ну это понятно, ребят. Смотрите, кто погиб. Ребят, а знаете из-за кого? Все из-за джаггернаута. Джаггернаут всех убил. Он не специально, но лучше... Вот если бы слили сразу этого джаггернаута, наши бы затащили. Он по всем стреляет. Он не контролирует себя. Ну да, кажется, это конец. Я могу быстро передвигаться. Так, сейчас я... Я своего джаггернаута убил. Иначе я не выиграю. Смотри, как быстро передвигаюсь. Ой-ой! Вставай! Вставай! Так, ну идите сюда, идите сюда. Перезарядка. Так, кто еще? Последний, что ли, остался? Ты действительно последний?
Не могу попасть, надо обойти. Нифига себе, она быстро передвигается. О, пу! Споткнулся и упал. Побежали, ю-ху-ху! Вставай, давай! Да, ребята, они офигительные. Ну что же, теперь мы посмотрим, кто из них самый сильный. Так, давайте, чтобы было по-честному. Первый. Так, 001, 002. Кто у нас здесь? Базучик против автоматчика. Начинаем. Автоматчица победила, ребятки. Она была более быстрая. Далее у нас МП-5 против револьверов. Смотрим, кто победит. Победил МП-5. МП-5 плюс автоматчица. Далее у нас чувак с винтовкой и с сайгой. С винтовкой побеждает. Идем дальше. У нас Крисы против арбалета. Крисы побеждают. Пушка, ребятки, пушечка против джаггернаута. Смотрим. Это уже финалисты, наверное, будут. Полуфиналисты вот эти, кто сейчас победит. Но они неуклюжие какие-то. Это самые неуклюжие войны. Но они автоматом проходят финал, по ходу дела. Ну кто кого? О, он случайно убил, ребятки, джаггернаут. Побеждает. Так, теперь уходим назад. У нас выиграла автоматчица, да? Автоматчица. Против МП-5. Смотрим, кто из них победит. МП-5 побеждает. Так, идем дальше. Тут определили финалиста. Кто у нас здесь? Здесь, по-моему, вот этот победил, да? Так, берем тебя. А тут у нас Крисы, да, побеждали? Да, тут у нас Крисы победили. Смотрим, кто из них сильнее. Что-то было непонятно. Слушай, ну проиграл? Красный проиграл, да? Я так понимаю, вот этот проиграл с пушкой, да? А тут он выиграл сейчас. Давай еще раз посмотрим. Он в мышь превращается. Слушай, ну он чаще побеждает, да? Непонятно. Давайте 10 против 10. Так, вы все видите, 10 против 10. Но тут определенно сразу видно, что все-таки вот эти ребята будут посильнее. Так, получается у нас МП-5, да, побеждала. И вот этот вот пулеметчик. Сейчас посмотрим, кто из них победит. И будет с джаггернаутом биться. А МП-5 побеждает, потому что она уворачивается. У нее есть способность уворачиваться, видите. Из-за этого она побеждает. Ну и посмотрим ее против джаггернаута, ребятки. Сейчас будет великая битва. Ой, все живы пока что. Ты серьезно? Это была чистая случайность, но джаггернаут побеждает, ребятки. Посмотрите, какая у него красивая поза оказалась. В общем, с вами был Клауд Дориди. Спасибо, что смотрите. Увидимся в новой серии. Всем пока, ребята. Хорошего настроения.